и существует же к стыду и поношению человека эдакий мошенник. Он советовал с ума сойти. Как же чертовски был разыгран. Как тонко и отец, и сын, и чиновник за мухрышки. Концы все спрятали. И жаловаться даже не могу. Я после этого потребляю тонкость ума, изощряя изыскивая средства. Честное слово, не стоит просто ни благородного времени, ни другого. Тут же, под боком, найдется плод, который тебя перепутал. Мошенник, который заглянул в благородное строение, над которым работал годы. Черт возьми, ты не докажешь, что куда-то не земля, только лезет там счастье, что вот ты бревно, ничего не делает, ни о чем не думает, а я бастон под рожью. Поддержанный.